Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание дня, громкое событие. Давай-ка посмотрим. Попробуйте призвать как можно больше танцующих зомби из стратегической колоды заразительной сальцы, танцевальная зомболюция, чтобы выиграть до того, как солнечник произведет много солнца для ореха в доспехах. Хорошо, давай попробуем опередить этого ореха. Но команда танцоров, это, конечно, топово. Вот только что нам взять здесь. Давай попробуем проскок. Ладно. Нам нужно уничтожить, блин, этот солнечник. Как это сделать быстрее? Сейчас будем смотреть. Ты смотри, что он сделал. Призвал желудь. И прикрылся еще стенорехом. Зашибись. Такс, ну ладно, желудь мы попробуем сейчас уничтожить. Если успеем, конечно. Опять же, этот солнечник ему сейчас тут надает столько энергии, что... как же быть? Давай, наверное, я вот так вот все-таки сделаю. Ага, еще один орех призвал. Так, ну что, солнечнику крышка получается, да? Поехали. Три в лицо, конечно, получим, но это ничего страшного. Зато он не будет дополнительную энергию получать. Ага, вот у нас что. А если я вот сюда поставлю? Блин, только не надо команды тут делать. Эх, ребятушки, наверное, я все-таки сюда поставлю. Да? Взаимообмен получается. Блин, у меня 17 энергии, у него, как ты видишь, 20. Ну что, если я вот так сделаю? Ай-яй-яй-яй. Ну что это такое? Ну ё-моё. Под танцоров вообще нет смысла сейчас выкладывать. Проскок. Ага. Глянем. Да иди ты в пень, ё-моё, ну ты посмотри, что творит, а. Ты только полюбуйся, это жестко, друзья. Давай я сюда, наверное, проскок поставлю. Так, 10 хп, да, ему оставили. Вот это хорошо. Но вот куда его поставить? Попробуем вначале так звездануть. 2-2. Если мы попадаем прям в цель, он сейчас может либо хильнуться. Так, это терпимо. А что я рад? Ну да, друзья мои, все, ему крышка. 2, и тут 4 урона. Плюс не забывай, что у него блок копиться не будет. До свидания. Да, что-то как-то мы тут быстро с этим орехом разобрались. Я думал, будет сложнее. Так, ребят, ну что, сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Нанесите 20 единиц урона героям зеленой тенью. И выиграйте игру растением-героем-умником. О как. Кстати, я думаю, что ты заметил, что мы находимся в данный момент в высшей лиге. Да-да, друзья мои, я перебрался. 3 дня я боролся с 49-го, чтобы перейти на 50-й. Не поверишь, что-то уж больно жестко было. Я перепробовал разные виды колод. Я даже пробовал цитроном. Не получилось. И все-таки с помощью, опять же, зубостезилы я выбился вперед. Ну что, друзья, задание дня – ранний доступ. Что может быть лучше армии клананасов и стратегической колоды Бабаха? Война клананасов, участие в войне, цвета музыки.
Это что-то новенькое. Ну, я так понимаю, мы будем за... За бабах играть. Такс. Вот этого я, наверное, пока... Ё-моё. Если вот этот гриб здесь есть, значит, у него будут гаргантюахи. Скорее всего. Давай проверять... Угу. Клононасик. Ну что же, давай сюда иди. Поехали. Убрали его отсюда. О. Ну вот, о чем я и говорил. Что же мне сделать? Я, наверное, все-таки блестящий растение получает плюс 2 к атаке. Давай так сделаем. О как. Слушай, пробьем ли мы его? Здесь пробили. А вот здесь у него сработает защита. И восстанавливает здоровье. И восстанавливает здоровье, да, значит. Ага, и сейчас выставит. Почему я не удивлен, а? Почему, друзья мои, я в этом нисколечко не удивлен? Так, он 6 единиц, да, нанесет ему урона. Поставим, короче, так. И поставим вот так. Что-то нам дашь? Ну, допустим. Жалко, конечно, что этого мы не уберем. То, что он хильнулся, тоже не очень хорошо. Чеснок. А ты вот эту вот гадость ты брось, родной, брось. Так, еще 6 в лицо прилетит, да? Угу. Ой, как хорошо, ребята. Вот это вот хорошо. Если мы ставим его, мы захиливаемся. Мы захиливаемся и пробиваем это чучело, которое... А, нет. Не пробьем, ребят. Пока не пробьем. Вот теперь думаешь, может быть, молекулярку поставить? Вот сюда, сзади. Иначе он достанет нас. А уже молекулярка, я не знаю, ребят, в кого превратит, в того и превратит. Или все-таки еще рановато? Давай сделаем так. Сделаем вот так. И уже теперь сделаем вот так. Ох, вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. Да, ему, конечно, не поздоровится. Твою налево, и что он делает? Уничтожает. Понял. Ну что же, смотрим, что дальше у нас тут выпадет. Еще одна молекулярка. Вот такие пирожки. Давай-ка я рискну, наверное, все-таки вот так сделать.
Кому 2 единицы нанести урона? Вот этому. Поехали. Итого 9 хп у него, да? Твою дивизию, ребята. 6 в лицо ему заряди. На. Ну, а теперь поехали. Вся надежда, друзья мои, на молекулярку. Он сейчас сюда перейдет ведь, да? Нет, все. До свидания, разгромчик. Фух. Вот как-то так, ребята. Как-то так. Выиграйте 2 игры растением героем. Так, нанесите 20 единиц урона капитаном огоньком. Всего 2 задания, что ли, получается. 20 единиц урона капитаном огоньком. Ну что ж, давай попробуем сделать. Где у меня капитан огонек? Я за него 1000 лет не играл. Так, давай посмотрим, что у него хотя бы здесь. Очень... А, я понял, что здесь за колода у нас. На мшистых комочках. Давай попробуем. 20 единиц урона нужно нанести. Кажется, не так уж и много, да? Ну вот ты попробуй их нанести. Тем более, когда дерешься против ржавого разряда. Ну ладно. Предположим. Что у нас имеет ржавый разряд? Да дофига чего, да? Вот кто там у него? Понял. Так, 2 плюс 2, то есть вырубим его сразу же, да, получается? Так, и так. Окей. Так, ну это убираем отсюда. Нафиг он нам не нужен, да? Ты сейчас серьезно? Он прям на меня играет, прикинь? Он играет прямо на меня. Как же здесь лучше сделать-то? Давай посмотрим. Пум-пум-пум. Растение наносит бонусную атаку. Сохраним. Теперь надо смотреть, что он сейчас придумает. Вот так вот. Еще вопросы будут? Еще вопросы будут. Ладно, надо смотреть.
Такс. Сейчас будем, ребят, наблюдать, что он будет делать. Подарочник. Так, что же здесь лучше сделать? Ну, это вот однозначно нужно подбить. Наверное, да? Или как ты думаешь? Да, лучше подбить его. Чтобы он не двигался. Целая орда подарков. Просто спасибо тебе за это. Да. Теперь настало мое время. Так, тут получается 1 плюс 1, да? Пум-пум-пум-пум-пум. Как лучше сделать, наверное, так вот. Погнали. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут наверняка еще один этот охламон появится, да? С мишенью. Да, я так и думал. Так. И вот так. Все? Так, друзья, нам надо что-то придумать. Этого я добью. Этого я добью. Если я поставлю, например, сюда. И вот так вот сделаю. И вот так. Давай смотреть. Ты посмотри, что у него, а? Подловил. Подловил, друзья, ничего не могу сказать. Ох, друзья, не знаю. Кто там у него, что там у него? Ты смотри. Знаешь, что самое обидное? Да-да-да-да-да. Я так и понял, ребята, что у него защита, а у меня ее нету. О, еще и там, к тому же вот так делает. Не знаю, что-то пошло не так. Как он этих усилил своих зомбариков, все пошло не так. Ладно, мы давай играть дальше. Нам нужно нанести 20 единиц урона. 10 уже нанесли. Сейчас попробуем пробить.
Блин, бананы мы с тобой не реализовали, конечно. Вот это плохо. Они у меня так и простояли впустую. Видишь, у него флакончик был. У него был флакон, который уничтожил всех моих двушечек. Я имею в виду в прошлой игре. Вот сиди и думай, есть у него там что-нибудь. Проверим сейчас. Есть. Так, а на этого? Сейчас мы этого выставим, посмотрим, как там пойдет. Проверочка. Камушка нету. Ой, как печалька, да? Надгробие взял. Не буду я пока здесь ничего делать. Так вот, значит, да? Че он тут? Он насобирал их неспроста, ребята, неспроста. Надеюсь, у тебя нету там. Лучше бы, чтобы у тебя их не было. Допустим. Восемь три. Стоп. Сюда, попандопола. Смотрим. Уничтожает. Я не удивлен. Я не удивлен нисколечко. Вот ты как. Вот ты как, значит, да, делаешь? Паренек. Зайчик пасхальный у него тут, ты посмотри. Давай мы сделаем, наверное, вот так. И вот так. Сейчас защита сработает. Что он там стоит? Безумие поставит или что? Ага, вот так вот. Плюс два. Но мне, наверное, плюс 2-то пока не надо. Эх.
Давай, наверное, сделаем так вот. Пи-п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 и
Поставим вот так. И вот так. А там, пускай, думает, что хочет. И решает, как ему тут выиграть. Ну, то, что он ландшафт поменял, это понятно. 6 единиц здоровья восстанавливает, да? Да, блин, ты серьезно, что ли, сейчас, а? Что за... Не получается, ребята, здесь у меня. Как-то. Ать, переманилась, да? Стоп. А я вот так вот сделаю. Так. И вот так. Пускай что хочет дальше думает. Ну, ребят, ну вот как вот это вот... Как это назвать, а? Ты представляешь, вот у него остается валун и все. И этот валун уничтожает как раз... Так, разместите 5 растений на линиях. Этот валун уничтожает как раз этого банана, которого я держу. Так что, капитан Огонек, ты у меня сегодня не оправдался. К сожалению. Так, выиграйте 2 игры растением героем. 2 игры. Ну, давай попробуем. С кем? Может быть, орехом? Орех у нас чисто на орехах, да, играет? Непонятно, какая-то комба. Ну, давай сыграем за него. Попробуем. Еще заставить все 5 растений, да? На дорожках нужно. Блин, профессор дают. Нам дают профессора. Трындец, и что это? Ну что это? Первого хода нет, второго практически тоже нет, потому что сладкий перец болгарский выставлять без хила, ну нет смысла, ребят. Ну, родничок дали. Это на курабочках, 100%. Мне почему-то кажется, что именно на курабочках. 44-й ранг. Сейчас будет применять там мозги. Ну, в общем, все как обычно. Орехи, орехи. Так, ну, в ближайшие, наверное, вот этого выставим. О, видишь? Что, на танцорах? Не верю. Не верю я, что на танцорах. Хотя, почему бы и нет. Ладно, посмотрим. Только, пожалуйста, не тупи, а, профессор. Давай ходи уже. У нас же там есть чем хильнуться, да, по-моему? Что у нас у профессора есть для прокачки? Для прокачки, по-моему, нет ничего. У него в основном доборы. Но мне бы не хотелось болгарский перец потерять. Вот как он сделал. Сюда ставим. Защита же сработать должна, по идее. Потом, если будет, я не знаю, может быть, вот этот вот поставить. Слушай, не сработала защита пока.
Но что-то противное у него будет. Наверное, сейчас приземлится мне, да, сюда? Угу, я так и понял. Почему-то я не удивлен вообще, не на грамульку, ребят. Сюда поставим. А вот и хильчик у нас подоспел. У меня, если честно, вот ничего такого боевого нету. Вот этот орех только. Хил ландшафт, от которого мне ни холодно, ни жарко. Сейчас будем смотреть. Он доборы сейчас будет делать. Это ж курабочек, у него доборы. Прекрасно я его знаю. Что-то выжидает, выжидает, непонятно чего. Так, ну вот теперь можно хильнуться, кстати. Но у него, как всегда, найдется, чтобы уничтожить мой болгарский перец, да? Что-нибудь. Естественно, ракеты. Естественно, друзья мои. Ага, и амфибию еще ставить сюда. Поехали. Так, а как мне амфибию, интересно, уничтожить, а? Кто мне, блин, подскажет? Так вот, если... А вот они и доборы пошли, друзья мои, про которые я вам говорил. Курабочка ждет? Нет. Ну, давай еще одного такого же. Бонусную атаку делает. Ну понятно, ему нужно энергию, ребята, оправдать. Всю причем. Всю энергию ему нужно оправдать. Интересно, ландшафт есть у него? Пу-пу-пу-пум, или нету? Наносит 2 единицы урона. Оп. Как туз у меня выпал. Давай сделаем сюда, поставим. Сейчас куриный забег запустит, верно? Пошел розыгрыш призов. Я тебе сказал, что курабочек у него будет. Как неудачно, блин. Потеряем мы сейчас этого. Ну ладно, потом уже по башке он получит. Пентюх этот. Этот пентюх по башке получит. Смотрим. А я тебе говорил, что это будет. Курабойки побегут. Говорил. Зомби-астронавта. Так. Угу. Ну что, ставим сюда. Ставим вот сюда. Да и больше пока не надо мне.
Опять пошел со своим розыгрышем, блин. Достал уже. Видишь, что-то вытворяет. Бонусная атака. Ну, 6 он своих в лицо получит. Ну и уничтожаем его, естественно. Это меня не интересует. Пускай там что хочет. Я знаю, что он там хочет запланировать. Пум-пум-пурум-пум-пум-пурум-пум-пум. Пум-пум-пум-пурум-пум-пум-пум-пум. Пока ничего больше не буду делать. Ну и все тогда, до свидания, наверное, я так понимаю, да? Ну ты серьезно, что ли, а? Мы ему еще и шаманство трех кар даем, блин. Вот такая, ребята, роковая ошибка может сейчас привести нас... Но здесь наверняка чувачок, который может выставлять, да? Так. Есть ли смысл ставить? Я думаю, что пока нет. Вдруг мне еще выпадет. Надо ждать только, друзья. Только ожидание. Кого ты уберешь? Вот этот ландшафт или вот этот? Ну что задумался-то? Все-таки решил с орехом, да? Вот о чем я тебе говорил. Что будет этот хмырь у него? Наносит 2 единицы урона всем. Угу. Так, ребят, ну что, мы с этим распрощаемся сейчас в данный момент. Давай, 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 вылази. Все, да? Так, с этим тоже нужно... Хочу просто посмотреть, что у него там будет. Да ты посмотри, ну ты запарил, вытягивает и вытягивает. Заклинашки нет. Ну здесь ничего страшного. Надеюсь, без бонусных атак. Ну как же без бонусных атак? А все, ребят, по-моему, по-моему, сейчас будет все решено. Ого. Проверяем, кто у него там. Ну и все. И до свидос. Прикинь, у него там бонусная атака. Нет. Ну и в любом случае все равно ему кранты, ребят. Орех пробьет. Да. Не кислый был поединочек, если честно, не кислый. Но все-таки победили. Все-таки ребята победили. Так, а, мы все задания сразу выполнили. Ай, ребята, 15 не хватает нам всего лишь самоцветов. Совсем чуть-чуть. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!